Короче, ладно, пошли. Сюда. Глянем, что тут за... За босс. Оставшийся мир загон. Не агришься, но не агрись пока. Это может не босс, я не знаю. Но очень похож. Стоит такой один. Кто там заспавнился, да, блядь? Что-то они какие-то жесткие. Жесткачи. Вот здесь бы мне перекаты сквозь врагов помогли бы здорово, да. Блять, блять, да вы издеваетесь, что ли, нахер? Я покойник. Меня тут уже ничего не спасет. Что он их сильно спамит, собака. Мне бы, конечно, критический бы. Критический урон бы. Тут бы мне бы. Пошел! Не стой столбом. Не видишь, босс? Его надо попробовать убить. А, ну вот как биться-то? Почему Локс? Ну, блин, ну вы такие молодцы. Ну, на него буквально... Блять. Вот и все, нахуй. Я опять умер. И сейчас опять сундук не дадут. Я повешусь, пойду тогда, если не дадут сундук. На повешалке. Да нет, нормально все. Здесь есть сундук, пожалуйста, забирай. Код поддержки, церево, емкость, встроенный помощник сына, шприц. А начал бы на этих вот мобов отвлекаться. Пфф, у меня бы еще 20 трайв это заняло, блядь. Ну что-то как-то... Я даже не успел посмотреть, что это за босс был, как назывался. Фамилия, блядь. Как фамилия, ёб твою мать. Я, кстати, и у предыдущего тоже не увидел. Ладно. На видосе посмотрю. Ну, тут больше нету низги. Просто арена и все. Что-то как-то они... А какой... Ну-ка, так... протокол Скоробей... Скелет, заповедь, адамант... Но... Это не все протоколы, по-моему, ребята. Это далеко не все протоколы. А где этот? Как его? Короткая, но к-
Клоп? Не Клоп. Нет, не Клоп. Ты что, протоколы были вообще? Вообще, ещё-то. А у меня даже ума нет, куда дальше идти. На самом деле. Ну это изи, босс. Блять, тут тупик, ёп. Нет, закрыто. Закрыто. Какой-то протокол нужен. Другой. Нет, 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 нет. Так, а где душ-то? Бля. Бля, сейчас потеряю души. Не то чтобы они мне нужны были, но жалко. Все равно. Из принципа. Но к ним бежать не так, да? Или так? Твою мать, тут вообще затык. Блин, зараза! Ну, что сказать, босса зря убивал. Ну ладно, пофиг, там один уровень, в принципе. Погода не делает. Дайте мне, блядь, добежать до дому, ёб вашу мать. Охерели, что ли, совсем? Бля, пиздец нахуй. Вот если на тебя повесили эту дрянь, это просто пиздец. Иди в жопу. Идите в жопу, в жопу, в жопу. Та-ра-та-та-дам, та-дам. Я просто понять хочу, где я еще не был. Тут, может, еще где-то не был. А тут так не поймешь, нихера. Тут надо, блядь, долго бегать. Уж я вот... Уж я вот сколько на предыдущей локации, ну вот, в которую я отсюда попал, бегал, думал, все, уж там больше нет ничего. Сейчас херак, блядь, оказывается, отсюда можно туда пройти, нихера себе. Нормальный разворот событий, ептать. В общем, ладно. Это было видео про того босса, на самом деле. Надо походить, посмотреть, может, еще что найду. Ага.